И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ и Точка Гусанёк. Поздравайтесь. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная и страшная рубрика, которую вы больше всего любите. Аниматроники пугают охранника в заброшенной пиццерии. Обратите внимание, здесь какие-то выстрелы от пуль. Видно, тут перестрелка была. Внутри поломанные аниматроники валяются. Да. Интересно, сколько эта пиццерия заброшенная была? Много лет. Все разломано, все поломано. Стул, а ну попробую с ноги его... Ой, класс. Можно ломать стул, я не знал этого. Вентиляция. О, ладно, мы еще изучим, пока мы себя боюсь туда залазить. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Ты слышал? А то стул мы задели. А, я понял. Мне показалось, что аниматроник шевельнулся. Страшный звук. Ого, тут вмятина в стене. Смотри, это что, головой сюда кто-то заехал или что это? О, проектор. Электричества, наверное, нету. Может, как-то электричество можно включить? Так, может, мы как раз-таки его, наверное, и включили. Да? А ну, давай, подожди. То я опять опустил его. Вот так было. Так, пыльно здесь и грязно. Так, ну, наверное, что? Вот эта вентиляция ведет туда, где ты видел. Да. Соединяется. Но мы сейчас проверим. О, смотри, работают экраны. Камеры. Во, смотри. Прикольно все сделано. Значит, питание есть. Или мы его включили, скорее всего, да. Это мы, Остри. Это с другой стороны. Да, это вот с левой. Так. Это кибитка. Главное, да. Слышишь? Слышу. Это что, аниматроника жил? Походу. Я слышу, кто-то идет. Так, идем посмотрим. А, смотри, она жил. Фредди. Да. Такие звуки стрёмные издает. А ну идем проверим в офис наш. Закрывается дверь или нет? Просто интересно. А, тут рычаги такие, смотри. Да. Прикольно сделано. А как открыть? Так. Они не открывают. Мы сами себя закрыли. Может, мы с вентиляцией можем выйти? А, может, подожди, может, надо время, чтобы они открылись? Да, время. Они через время открываются. Так, я буду вентиляцию посмотрю. Так, идем быстрее, там аниматроник лезет. Так, полезли. Так, да, отлично, мы с этой стороны вышли. Вот тут замок. А, вот идет. Тихо. А, Окси. Тихо. Так, быстрее. Подожди, я могу замок разломать ногой? Отлично, заходи сюда. Бежим, бежим. Так, закрывай двери, закрывай. Все. Вот эта дверь, это какой-то сейф, что ли? Вы видели, какая она большая? Вот, лифт. Тут лифт есть. Так, поехали так, вниз. Так, и здесь у нас что? Это какой-то склад. Да, тут какие-то коробки. Уж ничего еда. Нету? Ничего. Еда или мебель, ну да. Так, ну тогда все, поехали обратно. Да ничего больше нету? Странно очень. Ну да. Блин, там вверху аниматроники. Нам надо сейчас как-то забежать в офис и закрыться. Так, смотри, давай. Готов? Я открываю. Давай. На счет три, и мы бежим. Да, резко. Раз, два, три. Бежим, 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 бежим. Он тут стоит. Забегай. Да я остался здесь. Я думал, они тебя убьют, поэтому не побежал. Ладно, сейчас пойду. Так, иди через правый вход. Я закрыл там дверь. Села. Отлично. Духов. Так, там Фокси. Все. Ух, блин, ребята, вот это они нас атакуют. А можно сразу закрыть дверь? Да. Ждать не надо. Тут компьютер есть, ну да, все заработало. Вот они. Тихо, нет. Ничего себе, они нас окружили. А, закрывайте. Дверь! Так, вентиляцию закроем. Слышал? Да. Я боюсь теперь открывать двери. Так, где они? Вот ходит по главному залу, я вижу. Кто там? Как она зашла? Через вентиляцию. Офигеть, не вентиляции лазит, что ли, иметь? Это что-то новенькие аниматроники. Тихо. Тихо. Они нас не убивают? Может, они просто охраняют пиццерию, чтобы никто тут не лазил? Сейчас посмотрим. Ну, они вроде добрые. Тихо. Так, что ты кричишь-то меня? Она поломалась. Бежим, бежим. У них, наверное, очень слабый аккумулятор и не хватает долго заряда. Каждую минуту они, видите, просто разряжаются. Вой, мы сейчас должны проверить, убивает дверь или нет. Наносит дамаг? А ну давай. Не боишься?
Нет. Давай, вставай. А, нажимай, нажимай. Это жесть. Мне кажется, они все-таки на нас уже разозлились. Так, я рычаг опустил, проверим, будет электричество или нет. А ну-ка. О, да блин, да что ж они в вентиляцию лазят? Да, я бегу. Надо ее закрыть как-то. А как нам ее закрыть? Монтировку вставить можно. Надо ключ найти. Ты запрятался? Да. Я тоже. Марионетка разломанная. Так, она смотрит. На меня смотрит. Фокси. Ай-яй-яй! А, так вот, тут защелка была. Ой, а, так, подожди, это не сработало. Ну да, нам не хотелось бы, чтоб... Да блин, я не успел закрыть, они нас окружили! Блин. Ты закрыл вентиляцию? Вроде... Нет, походу защелка все-таки не работает. Так. Я сейчас подловлю, когда аниматроник будет проходить, я его попробую задавить дверью. Давай. Да блин, вроде придавил же! Так, Сонек, мы должны теперь очень внимательны быть. Да. Смотри. Там идут они, опа. Бам. Вылазит. Они такие все страшные, разломанные. Получается, надо постоянно смотреть, чтобы дверь только поднималась, мы сразу нажимали, и она опускалась. Да, можно, в принципе, сразу это делать. Так, отлично. Я слышу, идет. О, блин, он пролез к нам. Я не шевелюсь. Может, он нас не увидит? Мы живы, это скример. Он исчез. Так, рычаг поднялся. Так, Санек, мы должны отсюда выходить. Да, что-то мне страшно здесь. Мне тоже очень страшно. А, тихо! Тихо, назад. Они нас не пускают. Так, давай по камерам почекаем, где они ходят. Короче, если нам не получится отсюда сбежать, у меня появился план. Кое-какой. Так, я иду тихонько. Опа! Тихо, все хорошо. Он идет на меня, гусанечек. Закрываем дверь. Вот это они нас атакуют. Не дают нам выйти. Мне интересно, мы вообще отсюда сможем выйти живыми или нет? Блин, трап стоит. Сейчас только опустится, сразу подниму. Так, нет. Дверь должна быть закрыта. Вот это он стрёмный. Поправляет челюсть. Смотри, внутри там сидит человек. Так, с этой стороны что? Там пусто, кажется. А ну-ка, давай попробуем через вентиляцию пролезть. О, давай. Я иду. Ты идешь? Да-да-да. Так, я пока выходить не буду, посмотрю, что там. Там Бонни разломанный стоит. Так, ну что там? Сейчас, я слежу за ним. Он идет ко мне. Так, назад. Тихо. Так, я сбежал. Она закрыла, он закрыл вентиляцию. Она не работает, он закрыл ее, мы теперь не можем выйти. Два назад. Очень умные аниматроники, представляете, что они делают? Блокируют нам все входы. Он стоит прямо на входе, не выпускает меня. ТВ глючит. Тихо! А, я бегу! Я в лифт спускаюсь. Мне кажется, он сейчас к тебе пойдет. Нет. Отлично. Опа, лифт уехал. Ты вызвал лифт? Нет. Блин, так ко мне сейчас аниматроник спустится. Он съел. Ой, я сейчас буду держать лифт, чтобы он не уехал вниз, не спустился. Есть, я держу лифт своим туловищем. Он не может пройти. Отлично. Гусунек, вызови лифт, чтобы он вверх поехал. Сейчас. Он не может никак пройти. Сразу убегай, как лифт только вверх поедет. Он не поднимается. Блин, да, он не может подняться. Вот, едет. О. Все, беги, сразу беги. Бегу, я бегу. Так, он ушел. А как же мне лифт вызвать? Тут нету кнопки никакой. Я сейчас приеду к тебе. Он опять в лифте стоит. Сейчас я его отвлеку. Давай. Так, тихо, осторожно. Вот это стрёмно. Блин, он здесь. Как же лифт вызвать? Надо что? О, Фокси едет. Нет, я буду стоять здесь, чтобы лифт не опускался. Все, он пройти не может никак. Так. Смотри, я сейчас его вызову. Фокси подумает, что я опять провернулся. А я на самом деле к тебе поеду. Давай. Попробую как-то обмануть. Сейчас. Отлично, он убежал. Все, спускайся. Я еду. Так, теперь смотри, на коробке лезем и там прячемся, быстро. Так, давай. Есть. Все, выключи фонарик. Так, тихонько сидим.
вон он. Надо как-то обмануть, сразу забежать в лифт. Да. Ты его видишь? Нет, он походу сейчас спустится. Короче, нам надо сейчас выбраться отсюда, и наступит час моего плана. Так, он зашел. Он смотрит, ищет нас. Когда он подойдет близко к нам, мы убегаем, вот когда он там будет. А я не могу здесь перепрыгнуть. Да, поэтому нам придется только здесь. Блин, он сейчас на лифте уедет, как нам... Я сейчас издам шум. Он обратно едет. Запрыгивай, блин, я боюсь, так быстро запрыгивай, как никогда. А, лифт сам приехал. Может, это приманка? Так, хорошо, смотри, может, давай я сейчас издам шум, он сюда поедет. Давай рискнем, поднимайся. Мы должны как-то успеть выбежать. Если что, сразу вниз нажимаем, едем. Да. Вот он, вот он, вот он. Так, мы его ослепили, хорошо, Фокси, можно так делать, это уже отлично. Так, ладно, выходи из лифта, давай сейчас он сюда поедет, и мы убежим. Надеюсь, у нас получится. Так, спустился. Фокси, давай его слепить, фонарик, доставай фонарик, слепи. Слепи, слепи, слепи. Сюда, сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, лифт. Отлично. Так, одного аниматроника мы закрыли в подвале, он теперь не сможет подняться к нам никак. Так, еще один остался. Да. Так, он сидит на входе, прям Голден Фредди. Он идет сюда. Дверь. Так, тихо, закрывай. Дверь. Я стою, он ее не откроет. Да, он не сможет открыть, я тоже держу. Он кричит, недовольный, что мы здесь держим дверь. Пока мне все получается. Одного аниматроника красиво мы обманули. Так, можем второго также сейчас обмануть. Смотри, он, короче, этот, сейчас попробует открыть дверь. Лифт вниз уехал. А как так? Как? А как? Фокси едет. Едет, открывай дверь, быстрее, беги! Что случилось? О, очнулся. Тебя аниматроники хотели запихнуть в костюм, но я их отвлек и затащил тебя сюда. Что там на экранах показывают? Ну, вроде как, пока спокойно все. Надо отсюда сваливать. Только надо нам продумать, как это сделать. А то, что ты знаешь, эти аниматроники какие-то слишком злые в этой пиццерии. Я уже слышу. Так, вышел этот Лефти. Так, они свет нам не отрубили, это очень хорошо. Вон стоит на камере, вижу. Так он идет сюда. Я вижу, ты фонариком светишь, я его тень вижу. Слышишь? Да. Я иду назад. Это Лефти. Да. А что они тут делают? Смотри, у него механизмы внутри. Это он, чтоб мы в костюм залезли, хочет? Наверное. Я не буду залазить. Спринтра пожил. Он, я видел, как он сидел, он сейчас к нам будет идти. Так, проверим, работает дверь. Отлично. А я могу сразу открыть? А открыть сразу нельзя. Да, ждать надо. Какие звуки. Слышишь, дети? Плюштрап идет. Так, сидит. Ой. Закрывай. А кто там? Там этот Спринг Бонни. Вижу. Люштрап. Они все хотят к нам попасть. Так, если что, сразу закрывай двери. Блин, я испугался. Очень страшно. Так. Насколько я помню, эти двери убивают. Так что мы можем какого-то аниматроника попробовать поймать в ловушку. Что это? Ты слышал? Да. А ну идем посмотрим. Это... это что за птица? Что за аниматроник? Они со всех частей тут. Капец. Я думаю, что надо нам попробовать как-то в подвале их закрыть. Да, тоже есть идея. Смотри, он на меня смотрит. А с виду очень добрая. Он говорит, этот, монетку вставь. Есть монетка? Не, я когда прогулялся, где тут не видел ее. Ну и насколько я знаю, этот аниматроник не может нас убить. Или засунуть в костюм к себе. Так, я попробую в подвал пройти. Давай. И заманим их туда и попробуем закрыть. Хоть парочку аниматроников. Опа, выключился. Так, у них аккумуляторы очень слабые. Я иду в подвал. Идешь?
Иду. Так, там нас обходят аниматроники. Так, быстрее заходи. Так, ну каков план будет у нас? Заманить сюда. Лифт поехал. Я слышу, как они вверху ходят. Лифт едет вверх? Так, спускай, быстрее, запрыгивай. Отлично. Невидимый, опа. Он нас видит? Ай! В следующий раз, когда спутнемся в подвал, будем выключать фонарики. Он нас по фонарикам спалил. Тихо. Так, я с этой стороны смотрю. Слышишь? Да. Вот он. Ого, это Чика, смотрите, какие у него зубы страшные. Нифига себе. Вот это она стрёмная. Закрывай. Я так боюсь их. Вон тоже сломанный аниматроник стоит. Тут тоже Чика. Смотри, две одинаковых Чики. Это что, две сестры, это близнецы? Дубликат. Так, знаешь, что я думал? Надо резко нам попробовать пробежать. Есть, успел! Блин, как же это страшно! Окружили нас. Есть идея через вентиляцию быстро в подвал слезть. Так, давай сейчас двери пробуем закрывать. Давай. Чтобы у нас время было. Так, и это, все, идем. Отлично. Не открывается. Они заблокировали, идем назад. Вот блин. Они знают все, что мы тут пытаемся сделать. Умные аниматроники. Так. Той стороны нету? Нету, можем бежать. Побежали, быстрей. Так. Лифт! Ах ты, блин! Ё-моё, я на лифт упал! Вызывай. Так. Нормально. Как я себе ноги не сломал. Так, давай. Быстрей. Может, там какую-то ловушку там поставить? У меня появился план, смотри, что... Спускается, быстрей, запрыгивай. Не успеваем и липучку поставить. Фонарик. Выруби фонарик. О, это Хелпи. Он не убивает. Да, он добрый. Но он же может сообщить другим аниматроникам. Ничего, это придет нам на пользу. Там злой пришел. Так, тихо. Так, умеешь ночной режим? Отлично. Ой. Не шевелись. Тихо, двигайся. Заметят. Они сейчас уедут. Так, всё, ну короче, должны поставить кучу ловушек им. И всех поуничтожать. Так, Хелпи, отойди, пожалуйста. Сейчас. Такой прикольный. Так, смотри. Нужно поставить липучки сюда вот. Может, еще там в самой шахте, когда лифт спустится, она тоже сдетонирует. Блин, уже не получится туда тебе зайти. Ничего страшного, я тут еще на входе кину на всякий случай. Давай, много кидай. Слышишь? Так, я запрыгиваю. Да. Я очень боюсь их. Нужно нам хотя бы одного аниматроника обезвредить. Мы так и сделаем. А что он от нас хочет? Так, сейчас я издам шум. Ого, это не нас ищут. Смотри, вот у меня есть электрошокер, сейчас я им издам шум, и он сюда Давай. Придет. Аниматроник, иди сюда. Слышь ты! Спускается, кажется. Выключи фонарик. Включаю. Есть. Сейчас сработает все. Есть! А ему ничего. А как так? Вот так вот. Он разозлился. И лифт уехал, мы не можем. Ай, блин! Так. Есть у меня другой план. Я еще кое-что себе прихватил, поэтому можем попробовать тоже. Ну, внизу склад оружия, насколько я знаю. Так, идет, я закрываю. Вот как раз с этой стороны. Вот как раз таки в этом складе оружия я могу кое-что найти. Может взять пригвождатель? Ой! Тихо! Не шевелись! Мы не можем дверь теперь закрыть. Фух, вот это стрёмно, когда они сюда заходят. В принципе, можно и в шкаф еще запрятаться. А, я не влажу. Ну, поотращивал себе жирное пузо. Ф-
Фокси сломанный. Нет. Ай. Двигайся. Я не двигаюсь. Чё у него с руками? Что за обрубки? Я не шевелюсь. Привет. Ты пошевелился, кажется. Он не увидел. Отлично. Очень страшно. Кстати, ты взял отмычку для вентиляции? Да. Могу. Пошли, попробуем открыть. Так, они вентиляцию не пролезут, они очень толстые. Так, пробуй открыть. Сейчас, подожди. Давай. Так, вот тут надо поддереть чуть-чуть и... Открыл, побежали. Так, отлично. Бежим. Быстрее. Нет, тихо. Быстрее. Я запрятался. Что они там? Музыку включили какую-то. Он ушел. Беги сюда. Там марионетка. А, запряталась. Я бегу. Быстрее, 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 быстрее. Так. Сейчас внизу мы пригвождателем его приделываем к полу и резко едем на лифте и закрываем его здесь. Так, смотри, тут, кажется, в ящиках, смотри, что было. Так, вот, вроде здесь, смотри. А надо найти... Вот, это шумовая граната. Я ее брошу, и она будет издавать громкий звук, на который аниматроники смогут прийти. Давай. Так, ну что, готов? Да. Так, очень хороший план, должно сработать. Так, бросай туда сюда. Давай. Так, запрыгиваем наверх. Так, пошел процесс. Все, они вдвоем сюда должны прийти. Я точно это знаю. Лифт поехал, все, сейчас они будут. Готовься. Они нас ищут. Ух ты, оно жахнуло. Но оно издало еще больше звука. Да. Так. Вот, приехал. Так вот, первый, второй где? А второй вот, вызвал. Так, не шевелись. Я выключил фонарик. Кекс. А где Чика? Он уедет сейчас, блин, он уедет. Тогда надо одного пригвоздить, а другой приедет на звук. Так, тогда одного. Отлично, наваливай. Все, он ничего. Это ежик получился. Так, ждем, сейчас другой приедет, того тоже пригвождай. Сейчас. Так. Сейчас он выйдет из лифта. Пригвождай, быстрей. Слепи, я его слеплю. Отлично. Все, и двое тут. Быстрее. Ай. Так. Все, едем. Все. Отлично, мы смогли их закрыть. Вот это класс. Так. Все, бежим отсюда. Они очень злятся. Очень. Открывай дверь. Там ломаю доски. Так. Ну, так, я могу пролезть? Есть. А, наша машина. Садись, быстрей. Иду. Все, уезжаем отсюда. Куда мы едем? Мне сообщили то, что в этой пиццерии, которую сейчас мы подъезжаем, произошло убийство шерифа. Пройдемте к месту преступления. А что произошло? Я не знаю. Я заступил на смену, и я увидел в подвале труп. Какие-то звуки были? Нет, я говорю, я только пришел тогда. А свидетели, камеры включены были? Камеры не работают, к сожалению. Вот тут уже как-то очень страшно. Это вы здесь работаете? Ну да, приходится. Здесь темно, здесь света давно нету. Не можем починить. Вам не страшно работать здесь? Да нет. А были какие-то случаи, что там происходило до этого? Какие-то убийства или люди пропадали? Сюда мало людей, в принципе, ходит. Далеко еще идти? Да нет, недалеко. Еще, как еще лабиринт какой-то. Поворота. Так, делаем фотку. Отлично, теперь надо сфотографировать сдалека. Звуки какие-то. Какие звуки? А так и должно быть, там аниматроник бегает. Они не должны работать. Да бред, так, я еще фоткаю. Приготовь оружие на всякий случай. Окей. Так, и последнюю фотографию сделаю. У него нет никаких следов насилия. А вот на шее есть какие-то следы. Так, фотографирую. Отлично. Все, фотографии сделаны. Да что это такое? Кто там? Там кто-то так, бегает. Так, я уже боюсь.
У вас охранник есть оружие какое-то табельное? У меня есть дубинка только и фонарик. Я прихватил пистолет, если это что. Хорошо, мое оружие осталось в машине. Идем в машину, я возьму оружие. Пойдем. Может, убийца еще здесь ходит? Может быть. Интересно. Ну, навряд ли, что аниматроники могли убить его. Но они не должны работать. Ну, я видел, бегал Лефти. Подожди, мне сзади показало, кто-то бегает. Не, вот он стоит. Сколько насчитывает аниматроников в этой пиццерии? Ну, получается, один здесь и трое у сцены. Я его сфотографирую на всякий случай. Так, отлично. Еще сделаем фотографию. На руке есть потертости. Это очень странно. Он старый. Так, идем в машину за оружием. Я слышу какие-то звуки. Так, за мной. Со скольки вы здесь вообще работаете? Ну, получается... я прихожу в 6 и ухожу где-то тоже в 6. Так, и должна здесь стоять Scrap Baby? Ну... ну, вот это вот я вот не помню, чтобы она тут была. Он опять здесь, смотрите! Где? Куда он побежал? Надо взять электрошок или пригвождатель, поймать его. Что-то очень страшное происходит здесь. У меня вроде где-то был электрошокер. Не оставляло начальство. Так, давай оружие возьмем. Отлично. Теперь я готов. Идем искать убийцу. По кругу пройдем и посмотрим. Может, где-то кто-то здесь еще есть. Может, какие-то еще улики найдем. За ресторан зайти. А как туда пройти? Ну, показывай. Закроем дверь, чтобы мы видели, выйдет кто-то или нет. Ну вот. Черный вход. Дверь сама открывается? Так должно быть? Это кто? Я не знаю. Готовьте оружие. Если что, будем атаковать. Так, эта дверь открывается? Он с нами разговаривает. Так, ты кто? Куда ты уходишь? Так, и ушел. У вас были такие поломанные аниматроники, потертые все? Нет, у нас их было всего 4. Это намного больше их. А может, завезли новую партию, вы не заметили? Мне никто об этом не говорил. Что за чертовщина здесь творится? Это безобидный попугай или он может нас атаковать? Он безобидный. Так, давайте проверяем все двери. Может, что-то еще мы пропустили. Так, там мы были. Давай сюда сходим. Кто здесь? А что тут просто пустая комната? Склад какой-то? Да, здесь склад раньше был. Я слышу шаги. Вот стоит аниматроник. Только если вы видите какие-то резкие движения, открывайте огонь на поражение. Но, блин, она страшная очень. Она даст нам пройти? А уходит. Но они вроде бы безобидные. Вот здесь очень опасно. Я прям чувствую, что здесь что-то сейчас произойдет нехорошее. Вы готовы? Все оружие взяли? Да. Да. Вон аниматроник, смотрите. Но пока месть, они нас не трогают, поэтому открывать огонь мы не будем. Я слышу, как он смеется. Да, он где-то там, вот с этой стороны, с левой. Это чья-то шутка или что? Вон стоит аниматроник. Готовьтесь. Если что, будем стрелять. Отошел. Стреляй! Мочите его! Где он? Вот он. Стоять! Никого нету. И аниматроник Лефти стоял на входе, его тоже нету. А сколько время сейчас? У меня нет часов с собой. Время 8 утра. Так, хорошо, идемте тогда назад в пиццерию. Я здесь никого не наблюдаю. А какие еще тут есть места? Может, есть какие-то секретные места? Куда они могли убежать? Мне кажется, да. или мы заблудились. Как отсюда выйти? Полезно. А если электрошокером бить по аниматроникам, они могут отключиться? Ну да, они же старые. Так, у кого электрошокер есть? У меня есть. Дверь закрыта. Она же открывалась. Обходим. Идемте. Он не пускает нас. Дай пройти. А ну-ка, если с этой стороны? А если с этой? Так, готовьте электрошокер. Стреляй по нему.
Все, отключился. Все, выключился. Отлично. Ну, звук еще издает. Страшно здесь находиться. Ого, сколько аниматроников еще здесь. Так, надо взять другое оружие какое-то в машине. Я беру пригвождатель. Это специальное оружие, которое нам дали для того, чтобы можно было пригвождать людей. Ну, наверное, сработает на аниматроника. Вот он, я бегу за ним. Стоять! Есть, я пригвоздил. Стреляйте по нему, стреляйте! У кого-то есть мощнее оружие? Нет, у меня только пистолет. Ай-яй-яй! Я взял огнемет. Я редко его использую, но я думаю, сейчас он пригодится нам. Давайте проверим, я могу разливать масло? Так, а ну поджигать. Отлично, я теперь могу блокировать входы. Так, с этой пиццерии никто не должен выйти. А, вот она идет! Скрабэйби! Я ее жгу. Где она? Вот она! Ай-яй-яй! Что убегала. Здесь происходит? Это аниматроники убили того охранника. Вот она! Так, план такой, пацаны. Я его пригвождаю, а вы с всей силы начинаете стрелять. Вот, я вижу аниматроника. Открывай двери. Так, чтоб я вас не пригвоздил. Убегает. Так, пацаны, давайте все вместе держаться. Вот я вижу его, за дверью стоит. Так, отходи, отходи. Надо как-то открыть дверь, чтобы я успел выстрелить и пригвоздить. Он дверь открыл. Дверь так, так, выбиваю дверь. Давай. Ломай. Есть, молодец. Есть. Не зря мы тренировки проходили. Может, они побежали туда, в подвал? Готовьтесь. Сейчас будет очень сложно. Вижу аниматроника, вижу цель. Подожди, кажется, он... Ну, это добрый. Да. Он никого не убивает, так вентиляция работает. О, ну, мне хорошо. Он нравится. Мне он тоже нравится, прикольный. Так, интересно, да. Куда он нас ведет? Надеюсь, не к аниматроникам враждебным? Не знаю, я готов. Я держу небольшую дистанцию. Так, я отойду на всякий случай, что-то мне страшно становится. Подождите, а что это сзади? Не понял. Или мне показалось? Никого нет. Так, а он где? Да что здесь происходит? Так, а вы где? Я один остался. Где? Мы потерялись. Я слышу, как кто-то разговаривает. Вот аниматроник! Я его пригвоздил! Мы идем на помощь. Давай, давай. Слышу выстрелы. Так, стреляйте по нему, мочите. Мы должны его ликвидировать. Ух ты, вот это начинается мочилово. Перезарядка. Я достаю очень тяжелый пулемет. Давайте, мы должны его убить. А должны по-любому. А! Ай, блин, он вырвался! Беги, беги! Ты его уничтожил? Да. Отлично. Один есть. Я делал из него решето. Мишка, ты где пропадал? Так, ну это добро, он нас не убивает. Больше никаких аниматроников я не наблюдаю. Может, они запрятались? Может быть. Никого нету. Кто-то уничтожает улики и убрал кровь. Этот аниматроник что-то хочет сказать нам. Так, подождите, он кажется... Так это... Он говорит СОС. Помогите? А от чего помогать? Походу, это аниматроников, он боится. Так, что дальше он будет делать? Стой, он побежал. Будем за ним идти или нет? Не знаю. Ладно, давайте подождем здесь. Если он говорит СОС, значит лучше уйти. Ну ладно, пошли. Я считаю, что это очень хорошая идея уйти отсюда. Слышишь? Вот он! А! Он живой! Бегите! Пацаны, бегите! Он за мной! Мигалки на всю. Где охранник? Где охранник? Бегу. Ну нафиг, уезжаем. Нам нужно приехать в пиццерию. По отзывам местных жителей, там слышны были крики людей. Здесь закрыто. Здесь не попасть. Давай через черный вход. Пошли. Идемте. Ты ж раньше здесь работал, ты должен знать наизусть все. Ты рада, что ты устроился к нам в полицию? Я очень рад.
Мы почти пришли. Я что-то слышу внутри, какие-то звуки есть. Так, давайте попробуем дверь открыть. Так, закрыто. Закрыто. Давайте тогда, что ли, попробуем как-нибудь через главный вход. В багажнике есть топор. Сейчас попробуем топориком разрубить доски и попадем вовнутрь по-любому. Окей. Готовьте на всякий случай табельное оружие. Приготовил. Вы тоже это видели? Да. Да. Или это галлюцинации? Нет, я видел аниматроника. Я тоже. Сзади! Ладно. Где? Они нас пугают. Вот есть у нас топорик. Так, давай, ломай. О. Подожди, там кто-то есть внутри? Смотри, вон он стоит. Исчез. Блин, что-то страшное происходит здесь. Будьте внимательны. Так, и здесь доску тоже разломаю. Отлично, дверь открыта. Угу. Темно здесь. Так, давайте фонарик и включим. Это тоже галлюцинация или что это? Вы кого-то видели? Это очень страшно. Да, да, тут какие-то аниматроники страшные появляются, которые пропадают. Я никого сейчас не видел. Что-то страшное здесь происходит. Так, Максим, а ты где? Я здесь, здесь комната пустая. Но остается только вентиляция. Пошли. Да, пойдемте, пойдемте туда. Я что-то слышал с правой стороны. Так, здесь тоже, кажется, походу уже света нет. Я взял с собой бомбы-липучки. Сейчас будем ставить, и когда кто-то будет проходить, мы будем слышать взрывы. Так, поставь, тут какой-то разломанный аниматроник. Так, давайте тогда я начну с этого входа ставить. Давай. Есть. Все, тут аккуратно, не проходить. Мне кажется, он шевелится. Да нет. Я же говорю, он шевелится. Он шевелится. Осторожно. Мы его слепим. Так, он исчез. Расставить надо именно так, чтобы мы смогли выйти. Так, давайте проходите, я здесь еще одну бомбу поставлю. Вы что-то слышали? Да. Вон он там, аниматроник. Если он будет приближаться ближе, чем 5 метров, открывайте огонь на поражение. Пока он далеко, он не двигается. Так, это кто у нас, Чика? Да. Разломанный, что ли? Так, надо найти выход и заминировать еще вход с другой стороны. А, человек лежит. А это не этот человек вызывал полицию? Похоже на него. Подождите, дайте я проверю пульс. А! Так, осторожно. Открывайте огонь, стреляйте. Я бомбу кину. Отходите от нее все. О. Да, все, она уже не работает. Отлично, одного аниматроника мы смогли ликвидировать. Так, где выход? Я заблудился. Вот он, выход. Он заминированный. Значит, надо с другой стороны зайти. Да. Давайте идемте сюда. Так, пацаны, я с вами. А, она живая! Она двигается! Идея заминирована, ты нас закрыл. Надо как-то разминировать. Я разминировал. Пойдем. Бежим. Тимас, ты где? Я здесь тоже минирую. Отлично, бомба поставлена. Я жду. Она здесь. Выхода. Смотрите, вот она. Я здесь поставил так бомбу, что я смогу на корточках пройти, но аниматроник, проходя, ее зацепит. А ну-ка, я увидел, как какой-то механизм у нее на этом, на спине. Сейчас попробую ее отключить. Ну-ка. Есть. Во, все. Ты ее выключил? Ну, кажется, да, теперь точно не включится. Все, идем. Так, нам кажется, сюда. Так, внимательно все смотрим. Вот они. Вот, сюда иди. Я слышу что-то. Это слышите? Компьютер. Компьютер. Да. А, это компьютер. Так, пацаны, минирую здесь тоже вход. Отлично, вход заминирован. А, аниматроник! Это робот. Это робот. А он добрый? Я не знаю. А ну-ка, дайте я в него бомбу брошу. Внимательно. А ему ничего. Сейчас он подъедет, я ее активирую.
Не хочет подъезжать. Очень умный аниматроник. Походу видит, что опасности не, не подъезжает. Сейчас я все сделаю, не переживайте. Так, отлично, все, отходим. Так, и двое не берет это. Он едет на нас! Уходим! Сейчас будет активация бомб. Сейчас тут тоже заминирую выход. Так. Заминировано. Теперь никакой аниматроник не проскользнет мимо наших мин. Давайте выходите, я здесь тоже заминирую. Так, аккуратно. Тогда я выйду. Есть, мина поставлена. Так, ну я думаю, если все-таки аниматроник пройдет, можно будет пойти снова в эту вентиляционную шахту, может все-таки там этот мишка будет. Машину нужно взять пригвождатель, обязательно. Ну, давай, пойдем. Так, давай здесь тоже поставлю мину. Отходи. Отлично. Вся пиццерия заминирована. Он на улице, на улице. Где? У машины был. Он на машину не поломал? Я не знаю, я не увидел. Вот он. Вот он стоит. Может, он не... Ой. Ой. Его это не берет. Он и так разрушенный. Блин, боюсь машину нашу взорвать. Так, давай я отойду. Я разминирую сейчас. Давай. Так, осторожно. Сейчас я взорву. Отлично. Все. Так. В машине должен где-то быть пригвождатель. Пригвождатель взял. Так, скрабэйби. Попробую ее пригвоздить. Так, где она? Вот. Будьте внимательны. Все, я пригвоздил. Все, мы должны ее уничтожить. Стреляй, стреляй. По микросхемам стреляй. Во. Есть. Ого. Отлично. Сколько здесь еще аниматроников должно быть? Еще должно быть 3. Мне кажется, самых слабых мы убили. Сейчас будет все жестче и жестче. Ну да. У нас в машине есть какое-то помощное оружие или только табельное нам дали? Только табельное. Ну, там шаги. Я слышу. Мы заминировали там всю часть карты. Аниматроник ходит! Есть, его пригвоздил. Блин, он ее закрыл. Так, попробуем с той стороны зайти. Ну там уже все заминировано. Пацаны, надо быть внимательным. Я ставил бомбы так, что можно на корточках пройти. Хорошо. Так, дробовик есть и пистолеты. Главное, что мы уже двоих уничтожили. Готовьтесь. Это будет очень опасно. А, я слышал, вы слышали? Да, кажется, активировал. Так, бомбы сработали. Еще слышу взрыв. Так, надо посмотреть, что там происходит. Так. Никого. Еще сработало. Неужели бомбы такие слабые, что даже не смогли уничтожить аниматроника? Ну, может, оглушить их хотя бы. Так, здесь бомба уже взорвана. Так, где я еще стал? Так. Тут на входе ставил бомбу. Да, походу, все уже. Аниматроник нарвался на все. Они все бомбы взорвали. И им ничего. А, вот, сзади. Тю, блин, это на сцене стоит, я испугался. Они точно не двигаются? Ну, вроде нет. Вот этот центральный, он двигался. Мы его видели за дверью. А, да, он встал на свое место. Какие-то звуки постоянно по всей пиццерии. Тут бомба тоже уже снята? Да. Да. Блин, они всем бомбы деактивировали. Здесь лефти. Так, видите? А! Что это за штука? А! Беги. Ой, блин! Одна бомба целая еще. Здесь ее не активировали. Смотри, человека притащили сюда. Или он здесь и лежал? Он здесь и лежал. Возможно, его хотят оттащить, чтобы съесть. Так, идемте. Я слышу. Мишка! Другого Мишка. Аниматроника. А, это добрый аниматроник. Главное, чтобы он на бомбе не подорвался. Подожди, не осторожно! Отойди. Осторожно, отойди. Не отойди. Иди на бомбы, не иди. Отойди, я разминирую ее сейчас. Он целый.
Да. Может, это он бомбы поразминировал все? Так а зачем ему это делать? Может, он хочет нам что-то показать? А ну идемте посмотрим, куда он нас приведет. Так, все за ним. Еще одна бомба. Так, это он все бомбы деактивировал. Он показал аниматроника, где аниматроники находятся. Пацаны, пригвождаю. Он исчез. Стойте, он может в любом месте появиться. Оглядываемся внимательно. Вот он. Блин, я не успеваю пригвоздить его. Это один из сильных аниматроников. Надо его устранить. Может, вообще из-за него все и происходит? Слышите, Балунбой? Да. Он нас зовет куда-то. Звуки доносятся оттуда. Вообще непонятно, кстати, откуда звук идет. И с правой стороны, и с левой. А вон, вроде, оттуда звук. Так, идем. Вот он. Так, отойди, буду пригвождать его. Я думал, что его надо уничтожить. Так, пригвождаем его. О, там сзади аниматроник пробежал, я видел. Давай, в притирку, мочи его. Ого, у него голосовые, слышите, механизмы меняются. Все. А нет. Так, пригвождаем дальше его. Отсюда уже никто не выйдет живым. Все. Вот, слышите? Да. Он смеется над нами. Издевается. Слышу с левой стороны. Вот, идемте, я знаю, где он. Побежали. Все за мной. Вот он. Я его вижу. Ждай. Он исчез. Быстрый гад. Не поймать. Вот он опять. Вон он. Да блин, не успеваем. Где он? Вот он. Вот он. Да блин, никак его не можем поймать. Давайте сделаем вид, что мы идем до машины и пытаемся уехать. Может, он в это время выйдет к нам? Так, включаем мигалки. Нету его? Пока нет. Так, давайте я попробую немножко отъехать и вернусь назад. Давай, он подумает. Так, давай, Максим, спрячемся за деревом. Вот он! Это другой аниматроник, стреляйте по нему! Отлично, отлично, есть! Сработало! Так, еще одного поймали. Чикай его, чикай! Попробуй со спины, там, где у него механизмы идут. Разрежь провода. Я пытаюсь. Надо так. Есть. Вот это он смеется над нами. Вот он! За тобой! Есть, его он не пригвождается! Как нам его поймать? Он как душа какая-то ходячая. А может, его вообще нельзя поймать? Может, это он не существует, а это как призрак? Может, нам надо эту пиццерию сжечь? Все, ребята, мы сжигаем эту пиццерию. Эта пиццерия должна полностью сгореть. Ничего от нее не должно остаться. Ой-ой-ой, что вы делаете? Все горит. А, сейчас машина наша загорится. Надо отъехать. Отвали, беги. Так, отъезжаю. Он злится. Смотрите, какие он звуки издает. Как же они не хотят, чтобы мы эту пиццерию уничтожили. Все. Все, мы сожгли эту пиццерию. Теперь надо подождать, пока этот выйдет маленький. Сейчас он... Вот он. Вот он. Так. Интересно, он сядет в машину к нам или нет? Все, пошли, пошли, мы тебя спасаем. Все, он сел. Поехали. Уезжаем. Все, пиццерии больше не существует. Нет пиццерии, нет аниматроников. Я думаю, что мы всех уничтожили, кто там был. Давай. С ноги вырубил своего.